добрый день, друзья! В мире существуют опасные растения, которые, благодаря эволюции, создали множество средств защиты от животных, насекомых и людей. Некоторые из них вырабатывают смертельные нейротоксины, другие оберегаются острыми шипами, а прочие выделяются мощными пищеварительными ферментами, способными переварить насекомых и мелких грызунов. Представляем вашему вниманию 10 самых опасных растений в мире, которые лучше обходить стороной. Клещевина – растение, которое можно приобрести в любом садовом магазине. Но его семена содержат смертельный яд рицин, который вызывает расстройство желудка, тошноту, боли в желудке, учащенное сердцебиение, потерю сознания. Последствия попадания данного яда в организм человека могут быть плачевными, вплоть до смертельного исхода. Клещевина включена в Книгу рекордов Гиннесса как самое ядовитое растение в мире. Вороний глаз также относится к числу самых ядовитых во всем мире. Корневище вызывает тошноту и рвоту, листья действуют на центральную нервную систему, плоды оказывают негативное воздействие на сердце. Чаще всего этим растением травятся дети, поедая его плоды. Вороний глаз запрещено использовать в медицинских целях, что является еще одним свидетельством его ядовитости. Борщевик сосновского – настоящее растение-монстр. Печальная слава этого растения связана с ожогами, которые остаются на теле человека после контакта с ним. Достаточно простого попадания на кожу сока этих крупных, привлекательных на вид растений, и под влиянием солнечных лучей на коже образуются длительно не заживающие ожоги. При серьезных ожогах, покрывающих более 80% кожного покрова, возможен летальный исход. А при попадании сока в глаза наступает полная слепота. Дурман душистый представляет собой кустарник, содержащий очень ядовитые вещества. Алкалоиды тропана произрастает в тропических районах Южной Америки. Ранее люди говорили, что отравление дурманом делает человека горячим, как заяц, слепым, как летучая мышь, сухим, как кость, красным, как свекла и безумным, как шляпник. Исследователи подтвердили, что это высказывание действительно является правдивым. Известен случай, когда канадские подростки съели дурман, чтобы добиться галлюциногенного эффекта. В результате они оказались в отделении скорой помощи, вели себя настолько агрессивно, что им пришлось ввести успокоительное. Nepenthes attenborough растет на Филиппинах и является одним из самых крупных среди всех хищных видов растений. Его большой кувшин диаметром до 30 сантиметров вмещает в себя 2 литра жидкости и представляет собой замечательную ловушку, способную заманивать не только насекомых, но и крупных грызунов, таких как крыс. Венерина мухоловка – хищное растение, которое питается преимущественно насекомыми. Для того, чтобы сработала ловушка, жертве необходимо последовательно коснуться 2 усиков в мухоловке. После того, как ловушка захлопнулась, она начинает выделять пищеварительные ферменты и в течение 2 недель растворяет свою добычу. После чего ловушка готова к поиску новой жертвы. Кнедосколос узкозубчатый – кустарник из семейства молочайные. Это колючее растение, скорее болезненное, чем ядовитое. Кнедосколос узкозубчатый усеян тысячами похожих на колючую проволоку иголок, но реальная опасность исходит от млечного сока, который вызывает сильные болезненные раздражения кожи, а при попадании на слизистую глаз может привести к длительному нарушению зрения. Красавка, белладонна или сонная одурь. Это растение, знаменитое своими ядовитыми свойствами, имеет богатую историю отравлений, как случайных, так и предумышленных. Однако многие люди и не догадываются, что среди ближайших родственников этой опасной красавицы привычные нам картофель, томат и баклажан. Их листья содержат токсины, способные вызвать серьезные отравления. Как ни странно,
Олеандр, одно из самых ядовитых растений планеты, активно используется в городском озеленении в США и Европе. Более того, его можно обнаружить даже на детских площадках. Любая часть этого растения является очень ядовитой. Даже вдыхание дыма от сжигаемых листьев, стеблей или цветков олеандра может привести к фатальному финалу. Известно, в 2002 году в США было зафиксировано 847 смертельных случаев от контакта с этим растением. Пожалуй, нет в истории более знаменитого растения, чем вёх или цикута, экстрактом которого отравился Сократ. Все части растения содержат каниин, токсин, вызывающий сильную боль в животе, рвоту и прогрессирующий паралич нервной системы. Также растение известно как каша дьявола и ядовитая петрушка. Друзья, пишите в комментариях, а какие опасные растения произрастают в вашей местности? Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, поделитесь ссылкой на это видео со своими друзьями. Если вам понравилось это видео, продолжайте смотреть самые удивительные и необычные топы и факты на канале «Необыкновенная Вселенная». Всем здоровья и до новых встреч!